Краснодарских управдомов научат правильно проводить общие собрания жильцов. Своим опытом с коллегами поделятся специалисты самой крупной управляющей компании в крае ГУК «Краснодар». Они расскажут об изменениях в законодательстве и объяснят, как по новым правилам делать перерасчет за услуги ЖКУ. Эксперты технического отдела отчитаются о ходе программы капремонта. В этом году в нее попали больше сотни гуковских домов. А с расчетами жилищных тарифов домкомам помогут представители планово-экономического отдела компании. Подобные мастер-классы будут проходить раз в неделю до начала осени. Приглашение на занятия получат около 2000 управдомов.